Не пройти, не проехать. Речь не о какой-нибудь грунтовой дороге в глуши, а об обычных подъездах в городских многоэтажках. Для людей с ограниченными возможностями они становятся настоящим испытанием. Ведь даже чтобы добраться до лифта, приходится преодолеть в среднем 10 ступенек. Стационарные пандусы там не поставить, занимают слишком много места. Как решить эту всероссийскую проблему, придумал студент из Чебоксар. С изобретателем познакомилась наша съемочная группа. Утром студент, днем бизнесмен, ночью изобретатель. Все началось с того, что Антон Михеев стал индивидуальным предпринимателем и устанавливал по городу стационарные и механические пандусы. Тогда же молодой человек понял, облегчают жизнь они инвалидам далеко не всегда. Для стационарных зачастую не находится места, а раскладные механически требуют физических усилий. Их Антон решил переложить на электротехнику. Кстати, заходите вы в подъезд, подходите к лестнице, нужно вам поднять коляску детскую. Вот. Включаем зажигание, можно сказать, и раскладываем. Все, конструкция готова к использованию, и можно поднимать коляску. После того, как коляска поднята, нужно его убрать. Вот, соответственно, нажимаем кнопку, и все приходит в компактное состояние. Имеется возможность установки обычной кнопки, или же пульта управления, или вот домофонного ключа. Для удобства пользования сделать можно все, что угодно. Теперь проблема решается одним нажатием кнопки. Правда, чтобы все стало так просто, пришлось поработать. Самое сложное было, конечно, как раз придумать электромотор для этого дела, потому что он должен быть компактным, не занимать места, то есть уложиться в обычные габариты ступенек. Вот. И как бы найдя такой электромотор, тяжело было его заставить работать вместе с нашим устройством. Когда Антон понял, что задумка удалась, решил оформить на нее документы. Спустя несколько месяцев на свою разработку он получил патент. Патент дает право мне устанавливать как бы эти пандусы. И законно, без моего разрешения, никто больше их не может устанавливать. Также имеется возможность этот патент продать и переуступить право установки этих пандусов кому-то другому. Очень хочется надеяться, что изобретение не останется, полезная модель не останется на бумаге, а воплотится в жизнь. Тогда можно будет и создать людям рабочие места, и массово оснастить как новые дома, так и старые модернизировать такой конструкцией для удобства пользования. Однако, чтобы идея принесла реальную пользу горожанам или даже россиянам, светлой головы, увы, недостаточно. Молодой человек надеется, что задумку оценят инвесторы и правительство. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.